Пришла пора заготовок на зиму. Каждая хозяйка желает разнообразить зимнюю меню своими необычными заготовками. Хочу поделиться рецептом приготовления огурцы в томатном заливке. Плоды промываем, убираем плодоножки. Вливаем кипящую воду и оставим на несколько минут. Затем снимаем кожицу. Одновременно промываем огурчики небольшого размера. Выдерживаем в холодной воде на 2 часа. Если в огурцах была горечь, она удалится. Огурцы приобретут упругость и будут хрустящими. Плоды измельчаем. Можно в мясорубкой, в блендере. Я просто нарезала мелко. Понадобится болгарский перец, я их тоже мелко нарезала. Если вы пользуетесь мясорубкой или в блендере, то перцы тоже пропустите. Понадобится еще чеснок, надо будет измельчить. Все граммы оставлю под видео. Выдержали огурцы в холодной воде 2 часа, можете нарезать по желанию. Простерилизуем банки и крышки. Кладем на дно банки лавровый лист и душистый перец. Кладем огурцы. В банки наливаем кипяток, только постепенно, чтобы банки не лопнули. Оставим на 15 минут, потом выливаем эту воду и повторяем нашу процедуру 2 раза. Далее готовим томатную заливку. Томатную массу помещаем в толстенную емкость, вводим до кипения, добавляем по желанию острый перец, кипятим 10 минут.
томатную массу отправляем болгарский перец. Кипятим еще минут 5 и добавляем чеснок. Добавляем соль. Добавляем кинзу. Кипятим еще 10 минут. Маринад в горячем виде наливаем в банки, добавляем столовую ложку уксуса и закручиваем. Если вы еще не готовили огурцы в томатной заливке, обязательно попробуйте, вам очень понравится. Ставьте пальцы вверх, комментируйте и подписывайтесь. А пока, всем пока!